еще продолжается война? Они что, у вас газет не читают? А в газетах написано, что мы и сегодня живем по законам 1899 года, когда по инициативе царской России была созвана Первая Гаагская конференция. Повторяю, по инициативе императора Всероссийского Николая II. На этой конференции были приняты документы, которые заложили основу типа современного договорного гуманитарного права, по которому мы живем. Один из трех документов называется «Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны». Вдумайтесь, о законах и обычаях войны. Иными словами, цари, короли и прочая, пардон, элита человечества в те годы считала войну делом обычным, то есть делом, которое имеет свои обычаи. Вот и все. Возмутительно. Война – это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Теперь это называется гуманитарным правом, которое выше законодательства отдельных стран. Может, давайте будем жить по закону Архимеда? Он все-таки хоть царем не был. Война – это... Война?